Well, we're very privileged, Bonnie and me, you're very privileged to be here with Tatiana. Bonnie и я, для нас это привилегия быть с вами, с Татьяной. And we're talking about principles that we've learned. И мы говорим о принципах, которых мы научились. Or more accurately, principles we are learning. Или о принципах, которых мы изучаем. We've not arrived yet. Мы еще не дошли до конечной цели. We have a long way to go. Нам еще много идти. But these apply in our marriage, these apply in our spiritual life. Но эти принципы, они применимы в нашем браке, в нашей жизни. So we'll just go through some principles and мы сейчас пройдем через некоторые принципы. Pray that these will be of encouragement to you. И мы помолимся о том, чтобы эти принципы были ободрением для вас. So I'll let my bride start. И я попрошу, чтобы моя невеста поделилась. Well, I too want to take opportunity to greet you and to say thank you. Я тоже хочу взять эту возможность и поблагодарить вас. It's hard for me to believe that 20 years ago we lived among you. Очень тяжело, трудно поверить, что 20 лет назад мы жили среди вас. And I remember those times as some of the hardest of my life and some of the sweetest. И когда я вспоминаю тех времена, это были самые трудные времена в моей жизни, но также самые славные времена моей жизни. What made them hard is that I was spoiled when I came. Тяжело заключалось в том, что трудности в том, что меня баловали, когда я приехала. And all of you loved us anyway, in spite of the mistakes we made. Но я была такая разбалованная девочка, но вы меня все равно любили, вы меня поддерживали, даже тогда, когда были змеи вокруг нас ходили, into your hearts. Ползали. For that I'm very grateful. И за то, что вы нас поддерживали, я очень благодарна вам. Я вам очень благодарна. I could call this things I've learned or the mistakes that I've made in ministry. Я могу назвать это вещи, которым я научилась, или же те ошибки, которые я совершила в служении. These are the things that I'm growing in. Ну, я до сих пор расту в этих вещах. So specifically, Wayne and I had the privilege to work together in ministry. И привилегия заключалась в том, что для Уэйна и я у нас была возможность служить вместе. And I had a heart, and I believe that I had a calling to be by his side in the ministry. И я верю, что у меня в сердце было служить вместе с ним рядом. But I think every woman has a different calling, and no two look the same. И хотя я верю, что каждая женщина имеет свое призвание, и не означает, что все должно быть вместе одинаково. I think that we kind of have a picture of what it looks like to be a pastor's wife. Я верю, что у нас у каждого есть такая картинка, какая должна быть жена пастора, например. You know her, she's the one who plays the piano and is... Не знаю, как у вас, но это женщина, которая умеет играть на фортепиано или в прославлении. Directing the choir and или она руководит хором. Over the children's ministry and the women's ministry. И она над детьми старше и над женским служением старше. But I didn't do any of those things. Но я не была такая. Those weren't my strengths. Это не были мои сильные стороны. And I had a husband who released me in my particular giftings, and it set me free. И я имела такого мужа, который высвободил меня в мои дары с моими призваниями. And I was able to become a better helpmate to him. И я стала намного лучше помощницей ему. So I just want to go over a few things that helped us in our marriage together as we ministered together. И я пройдусь по некоторым вещам, которые помогали нам строить наш союз и помогали нам вместе служить. The very first one is pray together daily. Первое – это молиться вместе каждый день. This is so obvious that you can miss it like the nose on your face. Это настолько важно, что вы не можете пропустить. Это равносильно, что когда вы смотрите в зеркало, вы не можете не заметить своего носа в зеркале. Вот так важно нужно молиться. This helps your intimacy as a couple in every way. Это помогает даже ваши между вами отношения, интимные между вами строятся отношения, когда молитва вместе.
It helps you unburden the stress of the day-to-day ministry. Помогает снимать стресс в течение дня. And it helps you unite in vision for the ministry. Помогает иметь единое видение, как идти вместе в служении. Now, I want to be very truthful. Но я хочу также честно сказать вам. Some days Wayne and I don't pray together. Признаюсь, что мы не всегда молимся вместе. And many days we pray together for only 5 minutes. И много раз мы молимся вместе где-то 5 минут. But it's that connection. Но вот эти 5 минут создают эту связь между нами. Day by day, каждый день. That brings us closer. И это привлекает нас друг к другу и делает нас ближе. As we serve together. В то время, когда мы служим вместе. So the best way to make sure this happens. И как быть уверен, чтобы это случилось? Is to set a time. Это как установить, согласиться о времени вместе. For us, Wayne and I get our coffee in the morning. Для нас, например, работает так. Мы кофе любим пить по утрам. And we sit on the couch. Мы садимся в кресле, на диване. We have 15 minutes of total silence. У нас 15 минут, где мы молчим. Just so we can drink our coffee and kind of begin to be able to talk. Мы просыпаемся, пьём кофе и подготавливаемся начинать говорить. And to think. И мы думаем, обдумываем. And then depending on the day, we have 5 quick minutes of prayer. Or sometimes we take an hour if we have it and if we feel it. И всё зависит от какого дня, не похоже один день на другой. Иногда 5 минут, иногда 15. Всё зависит, как мы себя чувствуем. So just to write a scripture down for this, I'm not going to take time to read it, but Philippians 4:6. Филиппийцам 4:6. Я не буду это зачитывать, но чтобы вы записали. Do not be anxious about anything. Не заботьтесь ни о чём, написано там. But in everything by prayer and petition. Но во всём благодарите в прошении, благодарении. With thanksgiving present your requests to God. Представьте нужды ваши Богу. And it's such a privilege to do it as a couple. И это такая привилегия, если у вас получится вместе это делать. Okay, another point. И ещё одно ударение. Serve where you are strong. Служите в той области, где ваши сильные дары. It's easy to look at some people and say, well, they're doing this job in the congregation, maybe at a 3. Очень легко вот так смотришь на человека, который служит в общине, и можно дать оценку: о, человек это только на 3 справляется вместо пятерки. Or on a scale of 1 to 10, this one's doing a 7, this one's doing a 1. Или от 0 до 10, о, этот человек справляется с этой задачей где-то на 7, на 6. Or this one is at a 10. А вот этот на 10. But let's don't think that way. Давайте не будем думать таким образом. I like to think that every one of us is a 10 doing something. Давайте будем думать друг о друге, что каждый из нас умеет и способен делать на 10. We want to find where we are a 10. И мы должны найти, где, в чём заключается та область, где мы справляемся на 10. Like this brother here, I don't know. Например, вот all этого брата. Giftings, я не знаю, в чём его дары, где его самые сильные стороны. He has sure been a wonderful servant to Но us. Но вот он нам служит, и он замечательный слуга. I'll give you a 10 on я the, даю тебе 10. On the brown room downstairs. Там в зелёной в коричневой комнате. But some people are stronger in certain areas. Некоторые люди, они сильнее в одних областях. And I think in our marriage, in the early days, it was more stressful because I was trying to force her into areas of service that she was maybe a 3 or 4 in. И когда раньше, когда мы были женаты, в нашем браке был немножко стресс. Почему? Потому что я ожидал от неё проявления в тех дарах, где она, например, 3-4 справлялась, а я давил на неё, чтобы она больше делала. This is our first MJBI employee. Это первый наш работник в MJBI официальный. Это секретарь Настя. She was such a blessing. Первые плоды
большое благословение для нас worship, было. She led worship, she led dance, she вела was the secretary. Она вела поклонение прославления, она вела танцы, она была секретарем. She took care of guests. Да, она за гостей наших заботилась, кушать им варила. She was a, а, и нянечкой была. She was a 10 in Mary area, 10 in Mary areas. да, нашим деткам я насмотрела. But find out where you're a 10. Поэтому определите, где ваша десятка. And be comfortable with who you are. И просто будьте довольны в той области, где And вы находитесь. And be comfortable with who your spouse is. И будьте довольны той области, где находится ваш супруг или супруга. It will make your marriage happier. И ваш брак будет счастливее. Вы будете сами счастливее. There's a tool called Strength Finders. Есть такие инструменты, которые называются находка инструментов. And this is big in English, but I'm sure they have this in Russian. Is this a book? Yes, a little book, but you can do it online. Это книга есть такая, как найти самые сильные стороны. And it's based on 34 strengths. И в этой книге описывается исследование делали, и они вышли к такому выводу, что есть 34 сильные стороны у человека. And the thinking was that if we determine our strengths, и суть такова, что если мы определим наши сильные стороны, and we determine our weaknesses, и мы будем знать наши слабые стороны, that if we get training in our weaknesses, they'll become better. И если мы будем учиться и делать, изучать наши слабые стороны, то мы станем лучшими. But what they found was, но на самом деле, когда вот исследования продолжались, они пришли к выводу. No matter how much training you have on your weaknesses, не имеет значения, сколько бы ты ни прилагал усилий изучать и пытаться улучшить свои слабые стороны, you're just going to improve those a little bit. Ты всего лишь на чуть-чуть подымешься. And then when you relax, they're going to go back where they were before. Но если ты расслабишься, то ты опять пойдешь в ту первую стадию, где твои слабости. But when you focus on your strengths, но если вы будете фокусировать на свои сильные стороны, you get training in your strengths, и вы получаете образование и изучаете, улучшаете свои сильные стороны, they go off the chart. Они превосходят шкалу. Because that's who you are. Потому что вот кем вы, где вы находитесь. So there are a lot of tools that can help you identify this. Очень много инструментов, которые помогут определить это. But be comfortable with how God made you. Но будьте комфортны в той области, где каким Бог вас сотворил. That's good. The next one I want to base from Romans 12:15. Следующее я хотела бы основание поставить на основании Писания Римлянам Romans 12:15. Rejoice with those who rejoice. Радуйтесь теми, кто радуется. And mourn with those who mourn. И плачьте с теми, кто плачет. One thing that Wayne and I try to do in our marriage daily, if we remember to do it, but we have done it for years, and it's just simply ask each other, did something or someone hurt you today? Мы с Уэйном уже практикуем в нашем браке какое-то время, и это одно из, что мы каждый день спрашиваем друг друга, есть ли что-то в твоем дне сегодня, что обидело тебя? Or did something make you sad today or disappoint you? Или что произошло ли что-то в твоём дне сегодня, что разочарование пришло или расстроило, есть ли что-то? Conversely, we ask, did something make you happy? Так же самое мы спрашиваем, а что-то случилось у тебя сегодня, что принесло очень много радости? Again, so simple that you can miss it. But this really has connected Wayne and me. Так просто, на самом деле. Это звучит просто, но то, что мы делимся, настолько сближает нас с Уэйном. The reason is things happen sometimes, and especially husbands forget to communicate. Because sometimes husbands don't allow themselves to feel the pain of the day because they're so busy. Простая причина того, что мужчины, мужья, они на самом деле, они не пропускают боль через себя, и они имеют тенденцию не проговаривать, и для них это ничего не значит.
I think women are more in touch with their feelings. Но женщины, они больше соприкасаются со своими чувствами. So what happens if a husband fails to communicate, especially his pain, week after week after week, it builds up and something hurts him and he doesn't know why. И что происходит, если мужчина не научится общаться и или высвобождать свою боль, и это продолжается неделя за неделей, за неделей, тогда это накапливается у него какое-то время. So this simple act gives husbands and wives opportunity to share their pain and their happiness daily. И это действие, о котором я говорю, помогает мужьям высвобождаться и чтобы радость высвобождать каждый день. And it gives you opportunity to pray for immediately for healing. Даёт возможность молиться за исцеление сразу же, если есть боль. And also to praise God for the good things that have happened that day. А также благодарить Бога за всё хорошее, что произошло в дне. Now this helps me because I'm not in touch with my feelings as much. Это очень сильно мне помогает, потому что на самом деле я не очень близко соприкасаюсь с чувствами. So when I am able to express these things, it gives me more patience to listen to her. Это для я практикую терпение выслушивать её. You know, sometimes I come in and she's sharing all these things with me. Иногда я захожу, и она всё делится и делится со мной. And I feel like my brain is being sucked out of my head. Я чувствую, как мои мозги просто высасываются из моего разума. Wow. And but I find that if I share some things in my life too, what, you know, happiness and sadness. Но я обнаружил, что когда я делюсь с вот, допустим, моё расстройство или моё счастье с ней, it gives me more patience to listen to her. И я получаю больше терпения слушать её. Now, I'm a pastor. I talk to people all day long. Вы знаете, я пастор, я разговариваю с людьми постоянно целый день. So when I get home, и когда я прихожу домой, you know, I'm ready to watch the news. Я готов включить новости посмотреть. Somebody told me one time. Кто-то мне сказал когда-то. And they used the illustration of football, like American football. И вот они использовали такую иллюстрацию американского футбола. So right before a player goes in the game. И перед тем как футболист идёт играть, the coach says, "Focus, focus." Тренер говорит: "Фокус, держи фокус." I need you to do this on this play. Мне нужно, чтобы ты сделал вот это в этот момент в игре. So put your game face on. И одень на себя лицо игрока. And go in and do what you're supposed to do. И иди делай то, что ты должен делать. So I drive up to the house. I'm tired. И вот я приезжаю домой, я так устал. I get out of the car. Я выхожу из машины. And I think. И я думаю. I think for 15 minutes. Я говорю, ещё 15 минут. I'm gonna focus. Я буду фокусирован. I'm gonna listen. Я буду слушать. And I can do this. И я могу это сделать. So I go in. И вот я иду, захожу. How was your day? Как твой день? Is there anybody you saw today? А ты кого-то видел, с кем-то общался? How are you feeling? Как ты себя чувствуешь? And my brain is being sucked out of my head. И мои мозги так выходят. But I'm looking. Но я смотрю. 15 minutes. И вот я смотрю, 15 минут прошло. And when 15 minutes is up. И вот 15 минут прошло. Generally, she's. И вы знаете, в общем-то, do you want to watch the news? Она такая счастлива. Теперь я могу идти новости посмотреть. Sure, that would be a wonderful idea. А, могу я посмотреть новости? Конечно, иди посмотри. Anyway, we're learning. Мы изучаем, мы учимся. So, I'm trying to encourage you, man. I'm not trying to give away our secrets, man, but я хочу вас ободрить, мужчины, которые здесь сидят. Я не пытаюсь вам все наши секреты выдать, но the next point is create adequate margin in your life. Okay. Take time to rest. Ага.
Возьмите достаточно времени для отдыха. I think most of us are familiar with the Sabbath principle. Я думаю, что многие из нас знают принципы Шаббата. The day that God gave us to rest. День, который Бог дал нам отдыхать. And I'm not talking about keeping this day in a legalistic manner. Я не говорю о том, чтобы хранить этот день религиозным образом. But God gave us a day a week as a gift. Но Бог дал нам этот день как подарок. And if you find, say you can't take Saturday because you work on Saturday. И вот, например, вы не можете работать, вы не можете отдыхать в субботу, потому что вы работаете в субботу. Discipline yourself to take another day. Дисциплинируйте себя, заставляйте взять выходной другой день. And remove yourself from the ministry. Don't even talk about it. Даже не говорите о служении. Or don't talk about your job. Не говорите о своей работе. Do other things. Делайте, занимайтесь чем-то другим. And if it's possible, take a vacation a year. Maybe you can't afford to go away, but take some time off from your work, even if it's just one day or a few days. Очень важно брать отпуска. Даже, может быть, если нету денег, уехать куда-то, но даже придумать что-то, но отвлечься. And really unplug. И просто отключиться. You will find that this is healthy mentally, physically, and emotionally, spiritually. Вы обнаружите, что это здорово для души, тела и духа. So the scripture for this is Genesis 2:2. И писание для этого пункта Бытие 2:2. By the seventh day, God had finished the work He had. By the seventh day, God had finished the work. Что на седьмой день Бог закончил работу. So on the seventh day he rested from all his work. И на седьмой день он отдыхал от своей работы. You remember the children of Israel were supposed to take a Sabbath every 7 years. Помните, израильтяне должны были каждый седьмой год отдыхать. And they didn't do it. Но они не делали, помните, да? And they went into captivity. И вот они в плен были взяты потом. And it was for 1 year for every Sabbath year that they did not keep. И вы знаете, что они были в плену, было подсчитано, сколько лет они не соблюдали Шаббат, столько лет они были в плену. And I think we've got to be very intentional with our rest. Я думаю, что мы должны быть целенаправленны относиться к нашему отдыху. We need to work hard. Нам нужно работать тяжело. But we need to rest well. Но также нам нужно отдыхать, уметь хорошо отдыхать. And in the early days of planting the MJBI. Помню раньше, когда мы начинали планировали MJBI. And me traveling to these different countries. Я разъезжал по разным странам. And I had to put on a pioneer hat. И вот мне пришлось одевать кепку, например, начинателя. And an academic hat. А потом я снимал, одевал академическую кепку. And a pastoral hat. А потом снимал и одевал пастырскую кепку. And a conflict resolution hat. Потом, когда были конфликты, снимал и одевал кепку того, кого, который решает конфликты. And a fundraising hat. Потом, когда нужно было финансы и собирать финансы, я одевал кепку фандрейзера. And all of a sudden, I developed this kidney infection. И в конечном итоге у меня появилась инфекция в почках. And it knocked me off my feet for 6 months. И вы знаете, 6 месяцев я сидел дома. I feel in some ways I was reaping the result of not resting. И я почувствовал, что я просто пожинал то, что я не отдыхал. I wasn't taking vacation. Я не брал отпуска. I was not taking off one day a week. Я даже один день в неделю не отдыхал. I mean really resting one day, at least one day a week. Просто отдыхать один день в неделю, я этого не делал. So it will catch up with you over time. И это будет преследовать тебя какое-то время. You know, in ministry sometimes Saturday
the busiest day of the week. Вот на мы в еврейском служении по субботам у нас самый занятый день. But there needs to be one day. Но должен быть один день. That we set aside. Который мы отделяем. To rest. Отдыхать. To not create. И не создавать, не творить. And I think it really will renew us. И это восстановит нас. And keep us from a physical, emotional. Это будет удерживать нас от физических и эмоциональных разрывов. That's good. Хорошо. The next point that I want to make is from 1 Corinthians 2:9. Следующий пункт 1 Коринфянам 2:9. What no eye has seen, и не видел того глаз, what no ear has heard, и не слышал то ухо, and what no human mind has conceived, и человеческий разум не постиг. These are the things те вещи, которые that God has prepared для нас, чтобы for those who love Him. Для тех, которые возлюбили Его. One of the fun things that Wayne and I do in our marriage. Одно из таких увлечений, которые мы с Уэйном делаем в нашем браке. Is every 3 months we take a day off just for us to dream. Каждые 3 месяца мы посвящаем целый день, мы мечтаем с ним. Now we try to get away, but it doesn't mean that you have to go out of town or anything. Мы пытаемся уехать, но это не значит, что вы тоже должны уезжать из города, чтобы мечтать вместе вдвоем. But I mean, you can go to a park or anything вы for a whole day. Целый день запланировать и провести время вдвоем. And we just take the day to dream. И мы целенаправленно мечтаем. And we ask each other this question. И мы спрашиваем друг друга этот вопрос. What do you want to do for the rest of your life? Что ты хочешь делать до конца жизни? If you had no blocks, no financial blocks, no responsibility blocks. Если бы у тебя не было никаких препятствий, никаких ограничений, ни финансовых, ни трудностей, никаких барьеров, что бы ты хотел? And we hear each other's dreams. И тогда мы начинаем слышать друг друга мечты. And I really believe that this furthered our ministry. И я верю, что вот и вот вот это помогает нам продвигать наше служение. It was out of that time of dreaming together. И когда мы мечтали из как исход того, что мы мечтали вместе. That God's will was actually revealed for our lives. И проговаривая это, Божья воля она высвобождалась. And the reason is, и причина этому, is that God gives you those dreams for a purpose. Бог даёт вам эти мечты для определённой цели. And I believe he wants them to come true. И я верю, что Господь хочет, чтобы они состоялись. And if you're not in touch with them, и если вы не соприкасаетесь с вашей мечтой, then you may miss them. Вы можете пропустить. So purposing about 3 times a year to hear each other's dreams. Так что поставьте цели 3 раза в год уделите время для того, чтобы мечтать. Will make it a reality. И это станет вашей реальностью. And then after you hear each other's dreams, write them down. И после того, как вы услышите друг друга мечты, напишите. And pray over them. И молитесь о них. To see how God wants you to fulfill them. И молитесь и мечтайте, как вы как Бог хочет, чтобы вы исполнили эти мечты. Okay, here's another point. И вот ещё один пункт. Sheep bite. Вы знаете, что овцы, они кусаются. Now, овцы кусаются. You know, pastors need to know this. Pastors know this. Но вы знаете, что пастыри знают это. We who are in the congregation need to know it too. Но люди в общине, они тоже должны знать, что овцы кусаются. Now, we don't want to become cynical. И мы не хотим быть такими грешными. We don't want to become bitter. Мы не хотим быть ранеными. But we need to realize огорченными, но мы должны понимать. Bite. Мы должны осознавать, что овцы, они Now, кусаются. Sheep are not vicious. Вообще овцы, они не злые.
You never read in the paper that somebody died from a sheep attack. Ви не прочитаєте в газеті, що хтось умер від того, що овечка закусала. You know, a shepherd was turned on by his flock. Или вот and was mauled. Пастух, он був ранен или був настигнут овцами і, в общем, что-то случилось, потому что овцы что-то сделали. So sheep aren't going to kill you. Вы это не встретите, потому что овцы, они не убьют вас. But they may gnaw on you so much you want to kill yourself. Но они настолько вас будут щипать, что вы сами себя захотите убить. So sheep have parasites. Sheep have parasites. У них есть глисты. Sometimes sheep aren't the smartest. Они не самые умные. If you don't lead them to water, they'll stand out in the field and die. Если вы не будете вести их к воде, то они будут стоять на одном месте, и они умрут от голода, от жажды. Now I'm saying this, I'm a sheep too. I'm not. Я говорю это, потому что я сам овца. But we need to realize. Мы должны осознавать. That God has called us to love the sheep. Что Бог призвал нас любить овец. Certainly those of us who are pastors. Конечно, I mean, that те, goes with our title. Пастыря, we've got to особенно love the sheep. У кого титул уже есть, позиция есть, мы должны это помнить. But we're all sheep, we're a part of congregations. Но в общем-то мы все овцы, мы все являемся частью какой-то общины. And there are times that sheep will bite us. Есть времена, когда овцы будут кусаться. You know, we can, you know, Nick and I were just in Brazil. Nick и я, мы только были в Бразилии. And people were saying so many things nice about me. Люди столько много говорили хороших вещей обо мне. And it was funny because there was this one girl. И было так смешно. She was giving there was a graduation. Был выпуск в Бразилии. And this girl was giving this wonderful speech. И эта девочка, которая так красиво говорила. What was the name she was saying? Wilson. Yeah. She was saying, Dr. Wilson. И она говорит, доктор Уилсон. And she kept going on and on about this guy. He sounded like a wonderful guy. И вот она говорит об этом докторе Уилсоне что-то. И я так подумал, вау, она так красива. Кто этот парень? And then after a while I was thinking. А потом я подумал. Is she talking about me? Это она что, обо мне говорит? And, you know, she meant Wilkes. Она имела в виду, что моя фамилия Wilkes. And she was a young lady, so she... Она была молодая девочка. But apparently I'd had an impact on her when she was like 12 years old. Но похоже, что когда ей было 12, ну, я приезжал, и какое-то влияние я имел на ее жизнь. She even came up to me. Она даже подошла потом после ко мне. And she said, you used to be so much more handsome. И она подходит, о, ты раньше был намного красивее. But she was giving me, and all people were saying so many nice things но about вот это, она говорила, и люди говорили такие многие хорошие слова обо мне. So Nick and I leave Brazil. И вот Ник и я улетели с Бразилии. And this one guy starts going after me in an email tirade from another country. И вот один человек мне пишет email с другой страны. Criticizing me and saying all kinds of evil against me. И он говорит и пишет и обвиняет меня в каких-то вещах и такое всё плохое пишет обо мне. It's so easy to forget the 100 people that just got through praising me. И очень легко забыть и вот эти сотни людей, которые так довольны были, так хорошо говорили обо мне, признательны мне были. Among one element of the sheep and just one sheep. И тут появляется один на сцене, да, и начинает кусаться, и так легко просто переключиться на этого одного человека. So we need to keep things in perspective. Поэтому нам нужно держать фокус. And not become cynical, not become bitter. Чтобы не быть, ну, огорчённым и ну, держать это внутри себя. You know, don't lose our perspective. И не терять перспективу. It's good. Sheep bite. Да, это очень хорошо. Овцы кусаются. The next point I have is learn to come into agreement. Следующий пункт. Научитесь соглашаться.
when there is a difference of opinion. Даже тогда, когда есть разные точки зрения. Between the two of you in marriage. Между вами двумя в браке. Now I know this probably has never happened to any of you. И я, конечно, думаю, что с вами это никогда не случалось. That you disagree. Что вы не соглашаетесь. So what do you do if you disagree? Но что произойдёт? Что вы делаете, когда вы не соглашаетесь друг с другом? Well, I'm just going to offer a solution because I think я вам хочу предложить решение. To stay married, everybody has to find a solution. Потому что если вы хотите остаться в браке, вы должны найти решение. But this is what we generally do. Вот что мы что мы делаем. We express our opinions fully to each other. Мы свою точку зрения выговариваем друг другу. And then we separate and pray privately. А потом мы отделяемся, молимся. And we ask the Lord, what am I missing? И мы молимся и спрашиваем Господь, Господь, что я пропустил? Change my heart. Измени моё сердце. Because maybe my opinion is incorrect. Может быть, моё мнение неправильное. And then we come back together. А потом мы возвращаемся опять вместе. And we say what our opinions are. И мы потом опять говорим наше мнение. And a lot of times one of us has changed. И очень часто один из нас изменяется. So it's easy then to come into agreement. И очень легко потом соглашаться. But sometimes we still иногда have differing opinions. Иногда всё же есть разница во мнении. So what do you do? И что тогда вы делаете? So what we do is we separate again. И если на самом деле есть опять разная точка зрения, мы и ещё раз отделяемся. And we ask God again. И мы спрашиваем Бога. What is your will? What are you saying? Что ты говоришь? Какая твоя воля об этой ситуации? And then we come back and talk. Потом мы опять возвращаемся, опять проговариваем. And if we still are not in agreement, если мы ещё не согласились опять, then we make an appeal to one another. Тогда мы просим друг друга. Like for instance, there have been times when maybe I wanted to do something and I just felt strongly about it and Wayne just kept saying no. Например, я хочу сделать что-то, и это желание у меня очень сильное, вот что я хочу, а он говорит нет. And I went to him and I appealed, please Wayne. И я иду тогда потом к нему. I just feel we should do that. Wayne, пожалуйста, разреши. Я And because of my appeal, he's relented. И из-за того, что я его умоляю, прошу, and changed his mind. Он иногда меняет своё мнение. Because my appeal was not demanding. Потому что моё прошение не было требовательным. But there have been times when Wayne has said no. Но были времена, когда Уэйн говорил нет. And if that happens, и если это случалось, then I do believe that it is the woman's place to yield to her husband. И тогда я верю, что это то место, где жена должна подчиниться мужу. And look to God, и смотреть на Бога, to vindicate her, чтобы Бог сам оправдал её. And sometimes God has. И иногда Бог это делает. We get down the road, проходит время. A little while, ещё какое-то время. Something happens and Wayne происходит. Comes back to me and he says, I'm sorry. Уэйн приходит и говорит: "Прости меня. I should have listened to you." Мне нужно было тогда послушать тебя. Или наоборот, я так это говорю. So this is just what we do. Вот что вот это то, что мы делаем. And I think the longer we've been married, чем дольше мы женаты, I've seen the gift that Bonnie is to me. Я осознаю тот дар, который она является для меня. And подарок для меня. If I know she's opposed to something, I just don't do it. И если я знаю, что она против и она возражает, то я уже знаю, что я даже не иду в эту сторону. I want to be in total unity. Потому что я хочу, as a way of God guiding us. Я хочу, что не хочу ничего делать, если у нас нет единства, потому что я вижу, что таким образом Бог нас благословляет, когда мы в единстве. And it saved me a lot of и это спасало меня от очень много стресса. Something that really God may not be
і directing, if my wife уберігала мене від таких речей, які, якщо б не моя жена, то було б крушення. Another principle. І ще один принцип. The most difficult person you will ever lead is you. Самий трудний чоловік, якого ти будеш вести, це ти сам. You have to be in a healthy place. Ви повинні бути знаходитися в здоровому місці. You need to be in a healthy place emotionally. В здоровому місці емоційно. Physically. Фізично. Spiritually. Духовно. And I believe it's your responsibility, it's my responsibility to get in a healthy place. Я вірю, що це відповідальність і ваша, і моя войти в це здорове місце. We've all been in unhealthy places. Ми всі були, всі знаходились когда-то в нездорових місцях, в нездоровому місці, в нездорових отношениях. Or been in an unhealthy job. Или на работе была нездоровая ситуация на работе. And maybe that's for a season, but we need to be in a healthy place. И может быть это было сезонно, но мы должны искать и те места, где это здоровое для нас. We can't endure that real long. Потому что долго мы не протянем, если мы будем находиться в нездоровом месте. So do what it takes to get healthy. Поэтому стремитесь, делайте всё возможное для того, чтобы получить здоровье. The next point I have is praise and express gratitude to each other. Следующий пункт это благодарите и хвалите. Both publicly and privately. Публично и когда никто не видит. I've seen husbands and wives who have praised their spouse liberally publicly. Я видела пары, когда они вот когда прилюдно публично, они друг друга хвалили очень сильно. And then I've seen them treat them like dogs privately. Но когда они один на один, я видела, как они друг к другу относились очень плохо. But private and public praise is something and gratitude, expression of gratitude is something that really builds your made up and it makes your marriage strong. Публичная похвала и благодарение как на публике, и так и дома, оно только укрепляет и усиливает отношения. And I have to say I learned this from my husband. И я должна признаться, что этому я научилась от мужа. Nobody expresses gratitude and praise more than Wayne Wilkes. Никто не выражает настолько много благодарности и похвалы, как Wayne Wilkes. And before we were married, the Lord Wayne told me that he prayed and said to the Lord, "But Bonnie is not grateful. Bonnie doesn't express praise." He noticed that about me as we were dating. И когда мы встречались до брака, Уэйн говорил мне, что когда он молился, и он говорил Богу, потому что он замечал, говорит: "Боже, но Бани, она не выражает благодарность, и она не хвалит вот публично. У неё это нету внутри." And at the very same time the Holy Spirit came to me in my heart and said, "You're not expressing gratefulness to your husband to be." И в то же самое время Дух Святой, когда он молился, в то же самое время Дух Святой говорил мне, что ты не выражаешь похвалу и благодарность человеку, который должен стать твоим мужем. So I started watching Wayne. И я начала наблюдать за Уэйном. And I learned from him. Я научилась от него. The way he notices the smallest thing. Научилась тому, как он умеет замечать маленькие вещи. And he would say, "Thank you for washing the dishes." Он говорил: "Спасибо за то, что посуду помыл." Thank you for cooking a meal. Спасибо за то, что ты приготовила покушать. Made a sandwich. Даже за приготовленный бутербродик. The smallest thing. За самые маленькие детали. And it made me love him so much because he позволило меня любить его ещё настолько сильно. Я настолько благодарна. And I've modeled my life after his example. Я начала моделировать в своей жизни на его примере. Okay.
Okay. One other point, and then we can maybe have some questions. Еще один пункт скажу, а потом вопросы, если есть у вас. If you are stressed out, если вы устали, let something go. И стресс настолько большой от чего-то, просто научитесь отпустить. You've got to create margin in your life. Вам нужно сделать здоровую установку. You've got to ask the question, what are you doing? Задайте вопрос, что ты делаешь? That you really can let go or let somebody else do. Что нужно сделать, чтобы отпустить некоторые детали, пусть другой займётся? It's not healthy to live in a constant state of high stress. Это не здоровая ситуация, когда вы постоянно живёте в стрессе. You're not as valuable as you think you are. Тогда ваша ценность не такая высока, как она должна могла бы быть. Let other people do some things. Позвольте, пусть другие люди помогут вам. Let some things go. Отпустите вещи, которые вы не справляетесь. To build margin into your life. Чтобы вот эти границы пришли в вашу жизнь. Okay. Хорошо. So we have a few minutes. Does anybody have any questions? Есть вопросы? Have we covered absolutely everything? It's so fast that nobody's ready yet. Yes, they have. Yeah, think a minute. You can think it. My husband and I, we have different giftings. In all my prayers during this marriage that we have for us to serve together, and my prayer is still not answered. From time to time, it brings me hard times. Am I normal wife? I don't say that we have divisions, you know? My husband blesses me whatever I want to do in the ministry. But I have thoughts. Am I in the right from my point of view? That I'm totally different. Different temperaments we have. If you look with the people's eyes, this is all different. Well, I believe that God brings opposites together so that they can complement each other. Я верю, что Бог соединяет противоположные для того, чтобы они дополняли друг друга. And I think, first of all, make your appeal to your Heavenly Father to open a window for your gifting. Первое – это проси Небесного Отца, чтобы Он открыл окно, открыл возможности для высвобождения твоих даров. It may not happen overnight. Может, это не случится за одну ночь. And then, second of all, I do believe that the husband bears responsibility to develop his wife or allow her to develop in her gifting. Я также верю, что это ответственность мужа, чтобы помочь жене раскрыться в дарах. It would be a shame for especially a pastor to develop his whole congregation and never allow his wife to be developed. И, конечно, это печально, если вот пастырь, будучи в позиции пастыря, он строит и помогает высвобождаться всем в общине, но он не досмотрел помочь раскрытию своей жены. And if he is a pastor, I don't know your circumstance. Okay. Я не знаю, пастырь ли он или okay. нет, я не знаю. Okay. I still believe, even if he's not a pastor, that he does bear responsibility to help you develop your gifts. Даже если он не пастырь, ответственность на муже помочь жене раскрыться в ее дарах и чтобы она была счастливой. How wife should behave then? Быть хорошей женой.
Because I well, wanted ask for an open door. It doesn't have to be молись, проси небесного Отца exactly what he does. Открытое окно. И это не обязательно, чтобы делать то, что чем он занимается. For instance, I'm a writer, but I had for many years no open door to write. Например, я писатель, и на протяжении многих-многих лет у меня не было возможности писать. And Wayne blessed me in this. И но Уэйн благословил меня. And then I did the bulletin for the church for many, many years. Много лет я просто делала вот газеты вот для церкви. And ручки. And there was a column that was unfilled and I started writing in that column and that's how I started writing. Там каждую неделю в церкви раздавали объявления, и там была колонка, она была пустая. И я попросила, чтобы заполнить, что я на сердце у меня было заполнить. So I believe that as you continue to appeal to God that he will open a door for you. He wants to use you more than you want to be used. Я верю, что просто обратись к небесному Отцу об открытом окне, потому что я верю, что он хочет использовать помочь тебе раскрыть те дары больше, чем ты даже себе представляешь. Another question. Ещё вопросы? Какие хорошие студенты. У тебя есть вопросы? Sybil, do you have any wisdom for these for things you've learned? Just something that comes to mind? Anything that comes to mind? Anything that comes to mind? In January, my husband and I will have been married 60 years. В январе следующего года. And I took notes just now. I learned a lot. Вы знаете, что я и Олен в январе мы будем 60 лет, как мы вместе. И сидя, да, слушая, praise the Lord. Сидя здесь на семинаре, я записала, потому что то, что они говорили, что-то я научилась из этого семинара чему-то.